Привет и добро пожаловать в бисерное королевство зеленой птички, дорогие мои царицы, богини, королевы рукоделия. Специально для вас я записываю это видео по вашим заявкам. Многие из вас попросили показать, как работать с такими классными стразовыми цепочками. Я вас прекрасно понимаю, они потрясающие, они блестят, они сияют, они переливаются и хочется украсить ими себя. И в этом видео я покажу, как сделать вот такой шикарный браслет из стразовых цепочек. На самом деле браслета будет два. Один будет из золотистых цепочек, тройной, и один будет из серебристых, одинарный. Поставьте лайк этому видео, прежде чем мы начнем. Проверьте список материалов, которые я оставляю для вас в описании под этим видео. Все, что я показываю, все, что я использую, можно купить у нас в интернет-магазине greenbird.ru по ссылкам в описании, либо приезжайте к нам в шоурум в Москве на улице Большая Черемушкинская, дом 25, строение 97. Крыльцо с гирляндой. В этом красивом, творческом, наполняющем, радующем глаз и вдохновляющем сердце пространстве вы найдете все для создания классных, красивых, стильных украшений своими руками. У нас тут есть огромное количество самых разных инструментов. Бисер, японский, чешский и даже винтажный, которому более 150 лет. Бусины из натуральных камней, натурального жемчуга, стеклянные бусины, кристаллы и огромное количество самой разной фурнитуры. Приезжайте к нам каждый день, мы работаем без выходных, кроме некоторых государственных праздников. Актуальную информацию о нашей работе вы всегда найдете на нашем сайте greenbird.ru в разделе «Шоурум». Возьмите с собой паспорт, потому что у нас закрытая территория, и можете приезжать прямо на автомобиле. Рядом с нашим крылечком есть бесплатная парковка. Выбирайте цепочку, которая нравится вам. Они бывают круглые, бывают квадратные. Я покажу, как работать с круглой, но точно таким же образом можно будет создавать красоту из квадратной. Давайте начнем со серебра. Я возьму вот такую цепочку, красивую, вроде крупную, и вот такую помельче. Первым делом надо сделать волшебный магический кусь. А чтобы сделать кусь, надо понять, какого размера, какой длины я хочу себе браслет. Поэтому я беру свою руку, вот так вот прикладываю цепочку, огибаю. Смотрите, вам нужно обогнуть ваше запястье и убрать размер замочка. Замочек у нас примерно 1 сантиметр, поэтому вот сюда рукой раз. Вот такой длины будет мой браслет. Вот здесь я буду делать кусь. Так, я беру кусачки, вставляю их в отверстие, в такое, ну, посмотрите сами. Вот здесь вот между двумя стразиками я их вот так вот отправляю и говорю кусь. Тронекс вообще шикарно кончиками режет. Тронекс — это самые лучшие кусачки. И самое главное, я уже почти 4 года ими работаю, если не 5. Вот все эти видео, которые здесь я снимаю одними и теми же кусачками, я их ни разу не сдавала в заточку. Казалось бы, да, как дорого они стоят. Я такая еще думала, боже мой, какие они дорогие. Они со мной уже 4 с лишним года. За это время у меня было уже миллион обычных кусачек переломалось. Я вот вам как специалист говорю, было такое. У нас, кстати, в магазине есть специальная фурнитура для таких цепочек. Все очень просто, все очень элементарно. Фурнитура выглядит вот так. Это такие чашечки с петелькой. Есть крупные для крупных цепочек, есть маленькие для маленьких цепочек. Вот так это выглядит. Конечно, она больше подходит под квадратные. У нее и форма квадратная. Ну, стандартные стразовые цепочки были квадратными. Но ее вполне можно приспособить и для таких, для круглых. Смотрите, что я делаю. Я беру круглую цепочку стразовую. Беру вот эту вот чашечку и вставляю стразовую цепочку в чашечку стразами вниз. Вот эти две лапки тут такие уже нам машут и говорят: «Привет, привет! Хочу к вам в украшение». Смотрите, теперь я вот этим инструментом, это называется плоскогубцы, вот так вот зажимаю чуть-чуть с боков, прижала. И вот эти два усика, которые тут сверху, вот видите тут эти усики? Вот прям посмотрите, вот он этот вот малюсенький усик. Его надо загнуть. Смотрите, вот так инструментом сверху мы нажали, и его загнули. Тут все сияет. Сложно понять, что происходит, но я надеюсь, что вы видите. Вот видите, вот усик торчит. Я инструментом вот так вот на него раз, надавила, его закрыла. И получается, что вот эти два усика обняли цепочку, и все, вот, все, она держится, видите? То есть получается, видите, что у нас здесь? Цепочка
и наконечник. На самом деле, я сейчас подумала, я делаю браслет, но из этого же можно сделать сережку. Сюда кольцо, кольцо на кольцо, на бублик, и все, сережка готова. Это будет наша тема нашего следующего видео. Продолжаем делать браслет. У меня, как обычно, Таня начинает делать одно, потом у нее миллион идей. Что еще можно? Нет. Продолжаем делать браслет. Точно так же с другой стороны. Слегка сначала ее подсплющу, вот эту вот чашечку, потому что она для другого сделана, для другого размера цепочки. Видите, я перестаралась, поэтому мне теперь придется ее в обратную сторону. Ничего страшного, она достаточно мягкая, ее можно спокойно туда-сюда делать. Опять вниз стразами я ее вставляю, цепочку, зажимаю кончик один. Как это легко вообще, это просто элементарно, это настолько элементарно, что даже вообще непонятно, для чего поэтому делать мастер-класс. Все, на самом деле, практически все готово. Я беру цепочку, замочек с цепочкой, стандартный лобстер, беру соединительное колечко, и сейчас будет магия. Бисерная магия домашняя, повторяйте это в домашних. Знаете, как обычно на видео показывают какое-то что-то такое из серии «Вау!», потом ни в коем случае не повторяйте это в домашних условиях. А у нас все наоборот. Возьмите и повторите то же самое в домашних условиях, чтобы у вас тоже было красиво. Я взяла соединительное колечко, открываю его инструментами вот так вот, раз, вешаю на цепочку, приделываю сюда замочек, колечко закрываю. Надо тут немножко подровнять. Недостаточно аккуратно я закрыла, сейчас я чуть-чуть переделаю, чтобы не было здесь никакой щели. Вот, теперь идеально. И смотрите, что дальше. Отсюда я снимаю вот эту вот цепочку. А что это оно у меня упало-то? У меня произошло небольшое недоразумение. Круглое колечко, помните, я сказала, надо получше, недостаточно хорошо я его закрыла. Почему важно очень хорошо закрывать? Потому что вот эта вот фурнитура, на которой держится цепочка, она супер тонкая. Посмотрите, какое тонкое вообще вот это вот у нее, ну как это сказать, сечение, да? И если мы кольцо плохо закроем, оно просто отсюда провалится, все это отсюда вывалится. Поэтому, если вы работаете с круглыми соединительными колечками, закрывайте их максимально плотно, а лучше возьмите овальное. Я решила переделать с овальным. Вот я взяла овальное. Знаете, почему овальное? Потому что в овальном колечке отверстие, разрез вот здесь вот, вот тут вот он. А цепочка сама будет висеть здесь. То есть шансов, что все сломается, гораздо меньше. А поскольку я славлюсь тем, что недостаточно хорошо закрываю соединительные кольца, иногда время от времени такое случается, поэтому я решила, что я вот так сделаю. Смотрите. Кольцо, на него повесили цепочку, сюда вешаем замочек, колечко закрываем, закрывайте прям плотно, даже несмотря на то, что оно овальное. Все, с одной стороны сделали, и теперь другая сторона. Еще одно соединительное колечко. Когда я научусь, интересно, нормально говорить соединительное колечко? Вот попробуйте просто сейчас, попробуйте, отложите рукоделие и скажите соединительное колечко, соединительное колечко, соединительное колечко, соединительное колечко. Вот когда говоришь быстро, то соединительное колечко, понимаете, да? Ну, господи, эти колечки, давайте их переназовем как-нибудь. Волшебное кольцо, давайте это называть, кольцо-соединятор. Откроем его, повесим сюда цепочку нашу стразовую, затем вот эту цепочку от замочка, закроем. Опять смотрим, чтобы очень было все плотненько. Вот, смотрите, все. Та-дам! Браслет готов. Посмотрите, какая получилась роскошь, какая красота и как просто это на самом деле делается. Пока я надеваю браслет, можете полюбоваться на мои сережки. Сережки на мне из Greenbird, из бисерного королевства зеленой птички. Вы тоже можете такие же себе купить. В описании под этим видео смотрите ссылку на этот товар, либо здесь. Я оставлю для вас в подсказках ссылку на видео. Я показывала новинки, которые к нам приехали, и среди них были эти сережки. Просто топ. И браслет. Вуаля. Все готово. Посмотрите, как красиво, как аккуратно. Замочек. Соединительные штучки. Цепочка. Все очень роскошно. Красиво, элегантно, профессионально. Никто вообще никогда в жизни не подумает, что я это сделала сама. Серьезно. Но вот кто вообще подумает, что я это сделала сама? Кроме вас,
которые стали свидетелем этого чуда, этой магии, никто никогда в жизни не подумает, что я сделала это сама. Обязательно сделайте такое себе, украшайте себя, подруг, весь мир вокруг. И точно таким же образом можно сделать браслет из тоненькой цепочки. Я хочу сделать из тоненькой. Знаете почему? Потому что то я буду тоненькую носить, то я буду толстую носить, то я буду носить тоненькую и толстую вместе, а то я еще туда жемчуга добавлю. Короче, будет очень-очень красиво. Сейчас покажу, как это выглядит с тонкой цепочкой. То же самое. Мы берем маленькую вот эту вот фурнитуринку и цепочку туда вставляем. Также вниз лицом. Смотрите, вот так вставила, чуть-чуть прижала инструментом сверху вниз. И теперь инструментом зажимаю эти усики. Сначала с одной стороны. И вот с другой. Зажимаю, зажимаю. Зажала. Все, вот, приделала. Вот точно так же, видите, как крупно я приделала это к мелко. Тоже очень красиво. Можно сделать сережки. Сережки-висюльки. Так вот, раз. Все. Так, сейчас я приделаю вторую. Туда-сюда, там-сям. Вкусь, чик. И получится шедевр. Та-дам, та-дам, та-дам. Точно таким же образом я приделала замочек и ко второму браслету. Сейчас посмотрим, как они вместе смотрятся. Два браслета я сделала. Один покрупнее, другой помельче. Из стразовых цепочек. Представляете, какая магия? Была цепочка и стала браслетом. Ну, это же сказка, это же чудо. И замочки. Очень красиво, очень профессионально, очень аккуратно. Видите? Замочки с цепочками. Карабинчики. В общем, все как в лучших домах мод может произойти прямо в вашем доме, прямо сейчас. Я довольна. Я довольна. Я прям просто супер довольна. Спасибо, что попросили показать, как это делается. У меня теперь новые два классных браслета. А, три на самом деле. Я еще хочу показать, как сделать такой многорядный браслет. Если вы хотите носить сразу несколько, ну, тут получается вот одна цепочка болтается, другая цепочка болтается, да. Если вы 10 хотите, там, 3 хотите, чтобы не болталось несколько замков, несколько цепочек, можно все это соединить на одну. Мы берем соединительное колечко. Вот такое вот, смотрите, как я собрала здесь кольцо. И на кольцо сразу три цепочки я надела. Тоненькую, потолще и тоненькую. То есть в серебряном браслете мы надевали одну цепочку, а здесь сразу три и замочек закрыли. И с другой стороны то же самое. Вот сюда вот, где это кольцо, мы сразу три цепочки вместо одной надели. И у нас получается вот такая красота, такой шедевр. Три цепочки вместе на одном замке. И, соответственно, вот так вот прям, опа, одним махом сразу три браслета надеваются. Сейчас я вам покажу, как это тоже красиво выглядит. Каков шедевр, посмотрите. Тройной браслет, золотистый. Если это сюда перекрутить, то тут у нас получается вот так. Три на одном. Ну и вот эти вот, которые я сделала по одной. Вуаля! Вот такая получилась красота. Такой шедевр, такие шедевральные браслеты вы сможете повторить прямо сейчас, прямо у себя дома. Заказывайте все материалы по ссылкам в описании под этим видео. Поставьте лайк этому уроку, потому что я знаю, что он классный. На канал, на наш, вы уже подписаны. Я это вижу, я это чувствую. Я вас уже не в первый раз здесь вижу. Всем привет, точнее всем пока. Точнее спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поделитесь им в своих соцсетях. Расскажите про такой магазин. Покажите, какую красоту мы делаем. Потому что моя цель — собрать 1 000 000 подписчиков. Помогите, пожалуйста, мне исполнить мою мечту. А я в ответ буду учить вас делать такие классные, красивые украшения и дальше. Оставайтесь с нами. Спасибо за то, что вы здесь. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.